Новозыбковская школа номер 9 – крупнейшая в городе. Здесь учатся почти 1000 детей. Со времен открытия в 1994 году школа капитально не ремонтировалась. Однако есть прекрасная новость как для учителей, так и для родителей учащихся. Учебное учреждение вошло в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования». Мы этому рады, потому что что такое образование? Это не только качество знаний, но это и качественное пребывание в школе, это комфортные условия. И вот все это должно быть. На капитальный ремонт выделено около 55 миллионов рублей с федерального бюджета. В планах реконструкции – ремонт крыши и полов, косметический ремонт стен, потолков. Строители заменят дверные блоки, линолеум в классах и коридорах. Я, как директор, конечно же, рад, что благодаря губернатору Брянской области Александру Васильевичу Богомазу наша школа смогла попасть в эту программу. И я уверен, что такие значительные денежные средства помогут решить те проблемы, которые копились в нашей школе вот уже не одно десятилетие. Многие родители с нетерпением ждут ремонта школьного бассейна. Его пришлось закрыть пару лет назад из-за общего плачевного состояния чаши. Когда мы пришли в школу, ребенок ходил в бассейн, но сейчас он уже закрылся, не работает. Хотелось бы, чтобы бассейн снова заработал, потому что детям нужно развиваться, кому-то учиться плавать, потому что не всем есть возможность выехать там на речку, на море. Поэтому очень хотелось бы, чтобы эта программа нам помогла, чтобы бассейн начал работать. Капитальный ремонт начнется в 2022 году. Это будут самые масштабные работы в школе номер 9 за 27 лет. Дмитрий Газин, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Евгений Цветков. События. Новозыбков.